Добрый день, меня зовут Алексей Москаленко, и я разработчик контроллера Simple BGC. Сегодня я хочу продемонстрировать новый режим, который появится в прошивке версии 2.2, Follow Mode, режим следования. Этот режим будет интересен в первую очередь тем, кто использует контроллер в носимых устройствах. Он позволит очень естественно и точно управлять камерой без помощи внешних органов управления, таких как пульт управления или джойстик. Сейчас я продемонстрирую, как этот режим работает. Для наведения камеры достаточно просто наклонять внешнюю рамку подвеса в нужном направлении. Камера стабилизирует все мелкие рывки и раскачивания, но в то же время при медленных поворотах следует в нужном направлении. Наклонять можно на любые углы. Система работает при углах от минус 90 до 90 градусов. При этом при наклонах до 30 градусов камера автоматически сохраняет линию горизонта ровной. При наклонах больше 30 можно управлять по всем трем осям, то есть в том числе и по оси крена. После возвращения в исходное положение горизонт выравнивается. Немного о конфигурации оборудования. Для использования этого режима достаточно стандартного двухосевого контроллера и платы расширения третьей оси для управления третьей осью. Также я рекомендую вынести кнопку переключения режимов на ручку. Теперь расскажу про настройку. Все настройки вынесены в GUI в отдельную вкладку, которая содержит как настройки старого режима, так и нового. Подключаемся к контроллеру и переходим во вкладку Follow. В ней можно как выключить режим, включить старый режим, для которого нужен внешний полетный контроллер, соответственно, настроив его либо автоматически, либо вручную. И новый режим, в котором Follow работает без внешнего полетного контроллера для всех осей. В первых двух режимах Follow Payout может быть включена, либо отключена отдельно. В третьем режиме все углы обрабатываются сразу. Кроме этого, появились дополнительные настройки. Значит, это первая мертвая зона, dead band. Она задает угол, внутри которого режим следования не работает, то есть камера остается неподвижной. Сейчас я это продемонстрирую на примере. Значит, если я медленно поворачиваю рамку внутри диапазона в 5 градусов, плюс-минус 5 градусов, камера не реагирует на него. Как только я отклоняю дальше, камера начинает следовать. Эта настройка нужна для того, чтобы убрать мелкие рывки при ходьбе, либо просто из-за дрожания рук. Второй режим – это кривая экспоненты. Чем больше это значение, тем плавнее управление вблизи нейтрального положения. Она позволяет добиться очень плавных поворотов камеры, отклоняя рамку подвеса на небольшие углы. И в то же время позволяет добиться динамичного управления, если отклонять на большие углы. Сейчас это продемонстрирую. То есть, когда я поворачиваю рамку подвеса плавно, камера также следует за ней плавно. Когда я поворачиваю резко,
я могу очень быстро наводить камеру на нужный угол. Аналогично по всем остальным осям. Следующая настройка – это офсет, смещение. Она относится к калибровочным, то есть настраивается один раз. Очень важно правильно настроить положение камеры относительно внешней рамки для нормальной стабилизации. То есть сейчас я покажу, что после включения камера настроена неправильно. Хотя стабилизация работает, но она работает очень неустойчиво. Для того, чтобы настроить правильно это смещение, нужно выровнять внешнюю рамку параллельно земле и нажать кнопку «Авто». Все. Правильное значение определилось и отобразилось в соответствующем поле. Для настройки смещения по оси панорамирования также может потребоваться указать какое-то значение, отличное от нуля. Например, если при старте системы камера смотрит не точно по курсу, по нужному направлению, нужно подрегулировать этот угол. Теперь я хочу показать несколько практических примеров. Одна из интересных возможностей является переключение режимов на лету в процессе съемки. То есть можно включать режим follow и отключать его, то есть включать блокирование камеры по направлению. Для того, чтобы продемонстрировать эти режимы, я создам три профиля. Для быстрого создания профилей я воспользуюсь сохранением файла и загрузкой. Первый профиль будет содержать режим follow. Во втором профиле будет включен follow только по оси Y. И в третьем профиле режим follow будет полностью отключен. Теперь посмотрим, как это работает. Сейчас система работает в первом профиле, то есть режим follow включен по всем осям. Теперь я хочу зафиксировать камеру в одном из положений. Я просто нажимаю кнопку для переключения во второй профиль. Теперь камера зафиксирована по оси крена и тангажа, но работает follow по YAV, по оси панорамирования. Для включения третьего профиля я повесил три щелчка кнопки. Включаю третий профиль. Все, камера полностью зафиксирована. Для переключения обратно я выставляю рамку подвеса ровно. Нажимаю еще раз. Нажимаю кнопку один раз, это переключается на первый профиль. Все. Соответственно, зафиксировать можно в любом угле. Точно так же, как и вернуть из любого угла. Еще одной интересной возможностью является то, что внешнее управление с пульта управления или джойстика возможно и в режиме follow. То есть я могу управлять как наклонами ручек, так и джойстиком. Можно использовать эту возможность для подруливания камеры на нужный угол. Либо, если переназначить управление на ось крена, то для различных художественных эффектов. На этом знакомство с новым режимом, думаю, можно закончить. Спасибо за внимание.